Когда я был маленький, лифт был другой. А за лифтом, вот давай посмотрим, что там за лифтом. Там, наверное, сейчас лежат ведра и метла. Раньше там жил дворник, там жила семья дворников. Был дворник татарин, который там жил и подметал здесь все. А надо сказать, что когда моя бабушка была маленькая, бабушка Лиза, которую вы не видели, вот здесь вот везде были ковры. И здесь, смотрите, вот по этой лестнице шла ковровая дорожка. А в лифте сидел специальный дяденька. Вот мы сейчас заходим в лифт и сами нажимаем кнопку, а тогда жильцы дома не заходили в лифт, не сами нажимали кнопку. В лифте стоял стул, а на стуле сидел лифтер. Лифтер работал только с 10 до 8 вечера и уходил. Все. И если ты приходишь позже 8 вечера домой, то тебе нужно подниматься пешком, лифт уже не работает. Пошли-ка, давайте мы пешком, будто бы мы пришли позже 8, и уже лифтер не работает. Мы поднимемся, а вы увидите, смотрите, какие здесь раньше были красивые стены. Хорошая вещь. Давай, засунь ее в карман. Пошли-ка, дай мне руку, чтобы тут не свалиться. Да, вот тут вот татарин дворник жил. Да, и все дети его боялись. Он закрывал дверь на ночь и никого не пускал. А вот смотрите, я вам покажу. Здесь в квартире живут много семей. Не как у нас одна семья в квартире. Мы и больше никого. А здесь много семей. И у каждой семьи есть свой звонок. Вот ты приходишь к кому-то, нажимаешь на один звоночек. И они тебя приходят встречать. Смотри, это какая цифра, Маня? 2. Это квартира 2. А нам нужна квартира 4. Да, квартира 4 выше этажом. Вот, а тут мы, видите, пришли. Вот это вот квартира 4, которая нам нужна. Звонок не работает, написано. Стучите.